Ага, можно. Да, хотя бы мы здесь модернизированные. Масс-лифт. Модернизированный. Фу, на сале воняет. Да ладно. И, по-моему, тут даже срали. Фу. О, это еще цветочка. Я вспомнил, у меня раньше эта замена тоже постоянно сали. Блять, фу, нахуй. Говорили в одном моем любимом фильме. Под названием «Зеленый слоник». Ой-ё. Ты тоже смотрю фазан зеленого слоника. Братишка, братишка, я не покусь, блядь. Там стыдишь. Я помню. О, кстати, плавно останавливается. Так, давай-ка. Балашиху видно. Вот те вот дома, вот эти желтые, оранжевые, это Балашиха. А если посмотреть с другой стороны, там центр видно. Высотки стали, слышишь? Ух, серьезно, ты говорю. Я отправил. А, кстати, заметь, двери-то старые. Это то есть было КМЗшное, да, с такой-то, со шпоном? Это, по-моему, могилевские даже, я бы сказал. А, кстати, да, я в Ростове был, там, короче, в этом, как раз в доме, где папа Светин живет, там... Как раз свет в шахте горит что-то. Там, короче, как раз могилевские или только современные, такие железные, полностью. Как раз брюшные лифты. Потому что я помню, у Денчика на 12 этаже висел табличка «Не открывайте двери». Кстати, до сих пор сохранилась она. Мне жалко, вот нечем спустить ее. Она слишком высоко. Да, во-первых, это стремянку нужны кусочки, чтобы снять. Нет, это слишком высоко. Чтобы забраться и снять крутую проволоку. Да. Забрали, это точно, да. А, вот едет уже, отлично. Значит, только легендальность вот это вот, все, больше ничего. Так. Все равно ты видишь, шпон заменен белый. И кабина тоже, видишь, это вместо шпона вот это все. Кстати, перекрашено вон. И перекрашено. Кстати, ну, немножко, мой друг как-то был. Он, короче, видел, что кабина изнутри, знаешь, черным таким этим лаком битумным закрашена. Для грунтовки, которая не для покраски. Пиздец, просто как это выглядело и как это было. Ой, ужас. У меня, ну, кстати, тоже теперь у меня дома перекрасили, теперь неоднократно. В серый цвет. Потому что меня сколько уже списывали. Так, зеркало, смотрю, уже было тут разбито. Это Мослифт, это типа модернизация Мослифтом старых. А не просто, да. Могилевских или карачаровских лифтов, потому что я вижу, он похож на старый. А, бывает, что все меняет, либо меняет частично вот так вот. Ну, видишь, тут двери старые, там вместо шпона металл. А вот на этажах двери старые, вот ты видел. Ну, только да. На первом этаже оригинальные. А еще, кстати, Отис модернизацию этих лифтов пройдет, такие синими дверями. Да. Вот. Единственное, да, плавно останавливается только вот как раз. Значит, какая-то станция, давай. Бля-ка, посмотри, да. Угу.